Прекрасное, как воплощение высшей красоты, это стремление к гармоничной жизни, к истине, свободе, добру, нравственному величию, счастью. Любовь к прекрасному – это любовь к жизни, к творчеству, к борьбе за высокие идеалы. Божественное начало одухотворяет труд, украшает быт, помогает формированию высоких художественных вкусов и культурных навыков, проявлению личных способностей человека. Начинается с детства. В детстве открывается перед нами путь в мир прекрасного. Что очень интересно услышать. Скажи-ка мне. Это наше путешествие, когда мы ехали, еще были в Карине тоже, мы ехали в лес за грибами. Коля был в кресле, я у мамы на боках. Находим в себе новые, неведомые прежде силы, видим жизнь в новых тонах и красках. Артем, а ты что? Музыкальное воспитание – это воспитание не музыканта, а прежде всего человека. Еще раз начни, Лева. Лева, текст надо знать. Еще раз начни. Зацепи басок, так? Красота – это сочетание материалов, звуков, красок, слов, которое придает созданному, сработанному человеком, мастером, в
форму, действующую на чувство и разум, как сила, возбуждающая в людях удивление, гордость и радость перед их способностью к творчеству. Человека, преобразующего мир по законам красоты, создал труд. Только благодаря труду, говорит Фридрих Энгельс, человеческая рука достигла той высокой ступени совершенства, на которой она смогла, как бы силой волшебства, вызвать к жизни картины Рафаэля, статую Тарвальцина, музыку Паганини. Исследуя общие принципы изменения мира по законам красоты, эстетика обогащает различные сферы деятельности. Эстетическое оформление производственных интерьеров, организация уютных помещений для отдыха стимулирует труд, снимают напряжение от его монотонности, облегчают его процесс. Повседневное окружение, быт человека изменяются на основе наших представлений о красоте. Для меня очень важно это, прежде всего, торжество гармонии содержания и формы, соответствующей и эстетическим, и моральным критериям нашего времени, нашего общества. Поэтому я по-прежнему вместе с моими коллегами стараюсь как бы наполнить образы, которые выплескиваем сегодня на сцену времени, наполнить спортивностью. Потому что это жизнь, а спорт несет в себе, прежде всего, раскомплексованность, многослойность, какую-то раскрепощенность. Мир полон красоты. Но умеем ли мы ее видеть? У меня такое осталось впечатление, воспоминание с детства, как будто я выросла и родилась в цветах. Во дворе было много цветов, потом везде было в наш город весь цветущий, везде цветы, и много веток, и потом и все это было рядом, всегда это было со мной. Я почувствовала, что я не могу жить без этого, и потому я начала все это переносить в дом, чтобы видеть рядом, чтобы вспоминать, чтобы удивлять других, потому что у меня было такое чувство раньше, что люди видели цветы и ветки только после того, когда они их видели в моем доме. Они удивлялись. Это откуда? Это уже давно вот под окном. Не может быть. А потом все это продолжалось и развивалось, а потом родились детки. А потом детки начали со мной собирать, а потом каждый день, каждый год, и веток все больше и больше в доме. И вчера Антоша приносит очень красивую ветку, последнюю из этой осени. И мне кажется, я буду очень рада. Я чувствую, что это, наверное, получится, что вот эта любовь к веточкам, к цветочкам у деток на всю жизнь. Потому что они это с любовью наблюдают, с любовью рисуют уже. И удивляются так же этому, как и мы. Потребность красоты и творчество, воплощающего ее, неразлучно с человеком, и без нее человек, может быть, не захотел бы жить на свете, писал Достоевский.
послушай песню. Она тебе знакома. Ее ты пела на пороге дома. Взгляни на розу. Ты еще жива. Прохожий, ты пройдешь. Умрут слова. Глава уйдет разрозненного тома. Ни голоса, ни жатв, ни водоема. Не жди возврата. Ты блеснешь, едва падучая звезда. Ты не вернешься, подобно всем, исчезнешь, распадешься, забудешь, что звала собой себя. Материя в тебе себя познала. И все ушло, и эхо замолчало, что повторяло: «Я люблю тебя». Прошлое — это то, чего уже нет. Будущее — это чего еще нет. Настоящее — абсолютно мимолетно. Оно беспрестанно движется, а искусство вынимает из этого потока то или другое явление и делает его вечным. Ты в помыслах моих такая, под деревом зеленолистым, ногая, одним прикрытая листком античных статуй, как рыба белая стройна, ты словно дерево ветвями держишь в чудесных длинных узких пальцах плод яблони, как небольшое солнце, округлый золотой моток, как будто предлагая свить из него нить бытия. О, счастье! Создавать, творить. Сизую тончайшей кисеей тумана, утром рано перед собой я новую увидел Афродиту. Недвижной бела, она недавно мраморной была, но вот богиню сняли с пьедестала, и в комнате прозрачно-голубой она живою женщиной стала. С водой уронив об утес, ее дева разбила. Дева над урной сидит, праздный держа черепок. Чудо! Не сякнет вода, истекая из урны разбитой. Дева над вечной струей вечно печально сидит. О,
Мощная завеса нас отделяет от другого мира. Глубокими морщинами волнуясь, между ним и нами занавес лежит. Спадают с плеч классические шали, расплавленный страданием крепнет голос и достигает скорбного накала негодованием раскаленный слог. Не думаю. Он слишком был смешон для ремесла такого. Он же гений, как ты да я. А гений и злодейство — две вещи несовместные. Не правда ли? Ты думаешь? Надолго, Моцарт. Но уже ли он прав? Я не гений? Гений и злодейство — две вещи несовместные. Неправда? Театр — это не страна реального. В нем картонные деревья, полотняные дворцы, тряпичное небо, стеклянные бриллианты, поддельное золото, румяна на щеках, солнце, выходящее из земли. Театр в то же самое время страна настоящего. На сцене человеческое сердце, за кулисами человеческое сердце, в зрительном зале человеческое сердце. Это отдых и работа, наша радость и забота. Все, чем мы живем, это труд и в искусстве, это молодость и чувства, о которых вам при встрече мы расскажем, поем. Для кого-то воскресенье, для кого-то воскресенье, а почему-то о будущем говорить легко, потому что оно всегда такое, каким мы его хотим знать. Оно прекрасно, оно чисто, оно справедливо. В нем еще никто не совершил ни одного плохого поступка. Там еще нет зла, там одно добро. Но никто еще не срывал на сегодняшней ветке завтрашнего яблока, потому что нельзя сорвать то, что еще не выросло. Но будущий дом вырастет из сегодняшних кирпичей и завтрашних лет, и спекут из сегодняшнего зерна. Все это создадут руки. Великое достояние человека — руки. Они создают добро, и всю жизнь растят дерево, дерево жизни. Надо смотреть на жизнь широко раскрытыми глазами, чтобы увидеть ее такой, какая она есть. И открытыми еще шире, чтобы увидеть ее не такой, какая она есть, а другой. И совсем распахнутыми, чтобы увидеть ее лучше, чем она есть.